Для приготовления пышных блинчиков одно яйцо взбиваем с сахаром. Ряженку подогреваем до теплого состояния, добавляем соду и щепотку соли. Масса должна слегка подняться. Вводим взбитое сахаром яйцо и ваниль. Перемешиваем до воздушного состояния. Добавляем муку и доводим тесто до консистенции жидкой сметаны. Натираем на мелкой терке цедру одного апельсина, добавляем мак и снова перемешиваем. Блинчики выпекаем на хорошо разогретой сковороде, смазанной сливочным маслом. Готовим соус. Мякоть одного апельсина, очищенную от кожуры и пленок, перекладываем в сотейник, добавляем сахар, воду и ваниль и доводим до кипения. После чего загущаем крахмалом. Блинчики подаем в теплом виде, полив апельсиновым соусом.